Ну, я думаю так, если западные санкции коснутся простых рядовых российских граждан, то, в общем-то, Запад на те же грабли и наступит. Это мое мнение, потому что очень много российского капитала российские туристы привозят на Запад. Да представьте себе Турцию, не будет ни одного российского туриста, что с ней случится? Ее просто не будет. А если наши в Крыму сделают правильную туристическую инфраструктуру, то деньги все останутся у нас.